23 июня в Черкесске состоится ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей», где будут представлены вакансии в различных сферах экономики. Около 40 работодателей примут участие в ярмарке. Один из них – компания «Промхим. База строительных материалов. Стройдвор». Какие специалисты требуются и какие условия работы, расскажет Альбина Ламкова. В компании «Стройдвор» Елена Пироженко работает с 2011 года. Любит общаться с покупателями, стараясь предложить выгодную покупку, основываясь на предпочтениях клиента. А все для того, чтобы он остался довольным. Начинала Лена свою трудовую деятельность кладовщиком на складе. А уже через полгода заметили, перевели на другую должность. Сейчас работает старшим менеджером. Я в этих отделах уже тут везде поработала, как говорится, все тут уже изъедала, поэтому меня устраивает, мне нравится. Наша фирма, ну, здесь не работает, почему бы? Зарплата стабильная, работа есть, руководство адекватное, доброе, поэтому это уже немаловажно для нас. Довольна своей работой и Людмила Филоненко. Она кладовщик, следит за порядком, отвечая за сохранность продукции компании, контролируя ход выполнения работ. Знает весь ассортимент товара. Трудится на складе 12 лет. Работа я очень довольна. Сложности у нас никакой. Все достаточно как бы легко. Коллектив очень хороший, поэтому друг другу всегда мы все помогаем. Зарплату не задерживает, как бы самое основное, все у нас как бы вовремя. Компания «Промхим» в народе известна больше как «Стройдвор». Здесь масштабные торговые площади. В них представлен большой ассортимент качественной продукции для строительства и ремонта от фундамента до кровли. А главное условие в работе – признание и благодарность клиентов. Чтобы это условие соблюдалось, необходимы специалисты, которые работают ответственно. Подбирают персонал в кадровом отделе и рассматривают их в долгосрочной перспективе. «Стройдвор» – это широко известная компания у нас по республике. Мы существуем более 20 лет. Мы даем рабочие места более 400 сотрудников на территории Карачаева-Черкесии. В процессе работы персонал обучают, развивают, оценивают и мотивируют. На сегодняшний день мы предоставляем такие рабочие места, как кассир, бухгалтер, грузчик, комплектовщик, кладовщик и водитель погрузчика. Все вакансии предоставлены на ярмарке вакансий. Мы с удовольствием трудоустроим молодежь нашей республики, можно даже без опыта работы. То есть прямо с учебной скамьи мы можем трудоустроить сотрудников, также они получат профессию и начнут зарабатывать уже сегодня. Приходите, мы вас ждем. Альбина Ламкова, Лий Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.